Добро пожаловать на канал LEGO Play. Ну что, а сегодня мы будем играть вместе с вами в игрушку под названием Zombie Night Terror. Ну что, устроим ночной террор зомби. У нас, скорее всего, будет компания из 4 глав. И первая глава — это какой-то сумасшедший, непонятный психопат, доктор, у которого есть инъекция, инфекция, заражение людей зомбями. Давайте посмотрим. Итак, Deadly Addiction. И у него здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 глав. 10, получается, прохождений. Ну что, давайте отправим наш ночной террор. Задание — заразить 3 человека, чтобы убить еще 14. Давайте посмотрим, ребят. Если вам понравится эта игрушка и вы поставите очень много лайков, я сделаю для вас прохождение. Выбрать персонажа при помощи таба, пауза, пробел, выбрать мутацию с 1.9, перемещать камеру, применить мутацию, отменить выбор мутации, приблизить, отдалить. Ну что, давайте попробуем. Я даже ни разу не запускал. Но, говорят, очень страшное было кино. До сих пор дрожу. Долго теперь не усну? Тогда веселимся дальше. У меня есть клёмый Ромеро. Наркотик новый, он сейчас в моде. Как все это и начинается. Люблю зомби. Хотите заразиться, девочки? Девочки. Как в последний раз. Zombie Night Terror. Хороший фильм, наверное, был. Если им нравится наркота. Ну что, заразим 3 человека? Итак, нажимаем сюда. И я... Да, типа ей плохо. Она такая, как же так? Иди сюда. Я пока не буду тратить... Опа-на, они все равно никуда не убегут. Нормально, зомби поедалово. Смотрите, все боятся. Круто. А подожди, а тут вообще очень много народу, что ли? У меня есть куча шприцов. Ну ты их давай отсюда тогда. Если у меня есть много шприциков, ты тогда отсюда. Вообще, мне то, я только за. Ну что, ребят, поехали. Я думаю, нужно еще как-то музыку, наверное, убавить. Все, здесь уже куча зомби, можно было дальше и не делать. Есть инъекции, и потом пойдут скиллы. Ох, как он классно их рубает. Как же он кусает. Они еще и умеют ломать двери. Иди сюда, сейчас погонят ту сторону. А там-там закончить. Такие руки появляются. Блин, вот это террор. Просто мясо. Красотища, ребят. До последнего. Открыто. Я хотел бы, наверное, знаете, что сделать? Фига себе, здоровый телек. Здоровый. Сейчас мы выйдем на немножечко. Ну, классно поиграть за доктора и потом еще за всяких психопатов. Я просто хотел в звуке убавить музыку, чтобы не было так сильно громко. И у нас... следующее прохождение Junkie Plague. Кстати, спасибо разработчикам за предоставленную игру. Она мне очень уже нравится. Убейте всех людей, не потеряв ни одного зомби. Нет, ну серьезно. Я это говорю не из-за того, что вот мне дали игру, и она мне понравилась. Просто стилистика зомби я и так люблю. Это уже 50% то, что меня подкупили. Я люблю зомби, люблю апокалипсис, люблю выживание. То есть уже никакая бы стрёмная игра не была, мне уже она понравится. Ну не знаю, вот так вот. А здесь... как-то подача и смысл такой прикольный. Дальше, наверное, будут очень тяжелые уровни. Только вот загрузка долгая на самом деле. Ребят, загрузку почините. А по ходу дела я переоценил игру, и она почему-то выключилась. Наверное, такое бывает. Game Bitos Digital Entertainment. Я надеюсь, такого больше не будет. Как бы... мы хотим, чтобы игра загрузилась. Фига себе, здоровый телек! Что там такое? Включи? Ну нет, ты сам включи, красавчик. И там новости. По-любому жопа, да? Давай посмотрим новости. Мы ведем прямой эфир из... вариантов нет, где, как считается, началось заражение. Из Башкортостана. Инфекция распространяется. Местные жители полагают, что странные изменения в поводках людей вызваны дефективной партией домашнего наркотика. Мы продолжаем расследование, оставайтесь с нами. Эйтрил Фокс, новости Зинти, как прям ТНТ. Что такое? Другалик. Эй! Ты охренел? Ты должен заразиться! Ты убил моих собратьев. Твою мать, почему ж хреново так, Ромеро, что ли? Паленый попался.
Ты не убежишь, сладенькая, я тебя съем. А чё я не могу двигать камерой? Чё такое? А, мы еще и можем делать направление ходьбы. Крутяга, типа, сломать здесь. Я еще и выступаю в роли командира. На, по двери, на. Класс. Вот и посмотрели телек. Обалдеть. Идут дальше два типка. Охренел? Убейте всех людей, не потеряв ни одного зомби. Начать уровень заново, да. Надеюсь, он мне не с телека начнет. Это делается вот таким вот образом. Не потерять ни одного зомби. Сейчас попробуем. Пойдем, друзья. Сейчас они должны вместе скопиться. Подожди, он будет ее дальше ломать? Я думаю, что нам нужно заразить вот этого парня. Сожрать. Успеет, нет? Падла. Этих наверх. Слушай, тут башкой надо думать на самом деле. Ломай, 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 ребята. Здесь мы сожрем. Здесь еще пацан с дубинкой. А у меня что? У меня нормально все. Вот этого... Он стрелять будет? Тихо, 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 тихо. Заражаем, заражаем, ребята. Вот это вот сюда, наверх. Вот это сломать. Это туда, направо. Подождите, нет. Тогда это сюда. Это сюда. Все вниз пойдем. Там что, кто-то с пистолета вдарил, что ли? Нет, никто ничего не вдарял. Все, ломаем. Вот это потом вниз. Вот это сюда. И давай, пацаны, сломаем эту дверь. У меня есть еще инъекция. Так. А вот он расправится с ними? Подожди, это... Вот так вот надо. Всех ментов заразить. Ребят, вы вниз, пожалуйста. Вы туда, вы ломаете двери. Отличненько. По-моему, я их зря заразил наверху или нет. В принципе, нормально. Погнали, ребята. Такая толпа, вниз. А, хорошо, здесь поедаем. А все, они не смогут, да? А как они вниз-то не смогут? Сейчас убьют зомби. Раз, два, три. Суки, ломать дверь. Минус зомби. Ну и что? Нас все равно много. Отлично, закончить. Хорошечно. Последних людей надо доесть обязательно. Эти до сих пор еще ходят. Ну что, давай тогда ускорим перемоточку. А, и они сейчас упадут, да? Закончим тогда. Закончим на этом. Junk and play. Убито людей. Идеальное убийство. Испытание не пройдено. Ну ладно, зато я прошел уровень. Мы ведь играем ради сюжета. Надо продолжать работу. Я уже близок. Эй, Эйнштейн. От твоего Ромеро с людьми хрень происходит. Нифига ты из них психов делаешь. Это называется клинические испытания. Бичьё ты необразованное. Слышал когда-нибудь о научном процессе? Да ладно тебе. Я же просто говорю, колбасит их там. Ну вот, мой следующий случайный рецепт. Улучшенная формула почти готова. По ходу дела. Это что такое? Пацаны, надо сломать. И что, они съедят самого Эйнштейна? Сейчас будет взрыв, да? Тыкс, 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 тыкс. Открываем. Убьет зомби, падла. Задержи их, пока я не сбегу. Давай, давай. Такой профессор чокнутый сваливает. Иди к папочке. Ням. Ломаем, ломаем, ребят. Какую-то дают новую инфекцию сейчас, да? Чё такое? Властелин — это суперзомби, который может управлять другими зомби. В смысле? What the fuck? Властелин.
И что он делает? В эфире April Fox, свежие новости из центра эпидемии. Мы начинаем понимать, что влияет на поведение зомби. У так называемых властелинов появилась способность контролировать других зомби. Это полководцы войска нежити направляют своих жутких приспешников на путь тотального разрушения. April Fox. А, типа, иди туда. Быстро туда. На самом деле, я немного не понял. Типа, я могу их отправить обратно, что ли? Я понял. Давайте, ребят, заново. Надо наверх, и они там, типа, смогут уйти. Давай, ломаем, пацаны. Быстрее только. Быстрее, с большой перемоточкой. Мы сейчас заколбасим генератор. Бабах. Оп-оп-оп. Ах ты, падла. Убиваешь моих людей. Сейчас попробуем. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка, давай попробуем. Быстро сюда. И надеюсь, наверх они пойдут. Я на это надеюсь. Ну-ка, быстро. Пошли наверх. Отлично. Вот и все. Я понял, как пользоваться, сумасшедший ты докторишка. Вот и выход. Бежит, 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 бежит. А это в подземелье какие-то чуваки? Ну что, ломаем, ребят. Так, он здесь сейчас что-то накрутит. Нам нужно будет сломать генератор обязательно. Потом пойти сюда. Потом сделать сюда. Ну-ка, быстро в обраточку, ребята. Сейчас сожрем вот этого еще пацана. А я его смогу потом как-нибудь убрать? Вот в чем вопрос. Вот это съедаем и вот это ломаем, ребят. Слышь ты, докторидзе, ты не сможешь просто так победить. Принести зомби в жертву ради ДНК. Я, конечно, понимаю. А как принести зомби? Вот так вот. Ах, он сгорел. Ради ДНК. Прикольно. Их можно убивать, можно направлять. Ну, они же тупые. У зомби должен быть какой-то предводитель. Найдите тайник с наркотиками. Где я должен найти тайник с наркотиками? Здесь просто обалденный город, ребята. Что делать-то? Давай-ка наверх, ребят. И налево, я думаю. О, это кто такой? Пацаны. Давай-ка ты вот сюда отправишь хотя бы одного. Здесь сломать. Здесь сломать. А этого... Этого сюда. А здесь какие-то штуки. В честь ДНК, как говорится. Это потом тоже сломать. Давай, забираем всех. Нужно потом на паузу нажимать и думать, потому что что-то быстро-то у меня не получается думать. Что такое троечка? Они потом некоторые упадут. Давай вот сюда и вот это поломаем. Попробуем. Посмотрим, что получится. Сломать. Что такое три? Воу. Три ДНК сломать. Идите сюда. Слышь, вы охренели, что ли? Жалко, шприцов больше нету. Оля-чна-ля-ля. Заплатим там за что-то. Эй. Эй. А почему он здесь пройти не может? Ага, их пока надо держать. Сломать. Ё-моё, я тех пропустил. Вот это сломать. Давай, пацаны. Толпа сейчас нагрянет. Это мы внизу обесточим. Потом вот это сломать. Подожди. Вниз мы, по ходу дела, не пойдем. Внизу нас убьет нахрен. Мы идем наверх. Ломаем вот это. Потом вот это ломаем. Здесь нужно одного. Я понял, что надо делать. Поехали. Ломаем здесь. Ух, как хорошо проносится-то. Хе-хе. Потом я должен одного буду заразить. Кстати, можно вот так вот сделать. Некоторых вниз отпустить. Там сейчас взорвутся, да. Подожди. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Поехали. Сейчас покажу, что это будет означать.
Подожди, здесь сюда, здесь вот так. Здесь так. Потом, сейчас тут одного тоже отправим. Подожди, вот этого заразить. Отправить сюда. Быстро, говорит, пошел. А, здесь нормально, 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 нормально. Это сломать. Эта кучка пускай пока ходит. Потом мы ДНК, мы не сможем, здесь мины. Ага, здесь уже подстава-то, да, какая? Сюда наверх, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Сейчас, 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 пацаны. Походим мы, походим. Немножко побродим. Давай. Сейчас этих соединим. Зажарим потом. Я не знаю, можно ли много делать этих пацанов, которые будут вот помогать. Так, подожди. Эти еще двое идут. У нас должно быть много зомбей. Здесь главное не попасться на эти мины. Все, вот это сгораем. Отличненько. Теперь что у нас? Вот это сюда делаем. Подожди, 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 подожди. Вот это сюда. Вот этого заражаем. И в эту сторону. Пошла затея. Сюда не ломаем дверь, потому что иначе плохо будет. Мы можем закончить, но я попробую дальше пройти. Ломаем вот эту дверь. Ах вы, падлы, стреляете, да? Быстрее охранника надо. Вот здесь пятеру надо, пять зомби, и они упадут. А эти что будут делать? Ах, уроды. Чикс, провалились. Еще провалились, еще провалились. Сейчас мы будем здесь проваливаться. Это сломать и возьмем вот эти две штуки. Давай посмотрим. Сюда десятку надо. Отлично, 10 зомби есть. У него что, патронов нету? И сюда одного зомби. Мы берем это. Но мы и так уже прошли. Вот сюда одного зомби. Отлично, ребят. О, Infect Station. Давай вот это Infect Station берем. Забираем их все. Сейчас будут большие бодобумы. Нормально, до конца пожирай. Все, отлично, всех сожрали. Убито людей 15, осталось зомби 13. Испытание наркоман открыто. Наркушник. Так вот наш сейф, откроем его, будет бабло. Осторожней со взрывчаткой, сейф она вскроет быстро. Но сама нестабильная. Понесло как хрустальную вазу. Сейчас посмотрим. Опс, что-то случилось. Ты что, реально? Ну, зачем он взял ее в руки? Походу дела сейчас будет большой бадабум, о чем я и хотел рассказать. Где наши дружки? Дружочки, вы идете? Стоянка запрещена, уничтожить фургон. Ага, фургон вот там, понял. Ну что, поехали, валить фургон. Такс. Одного я вот этого отправлю сюда. Быстро, говорит, сюда. Это мы ломаем, это мы ломаем. Так, этого убираем. Тут инъекцию взяли, у нас есть инъекция. На нахрен мозги вылетают, на нахрен. Быстрее. Наша задача главное съесть. Этот, как его? Сейчас мы сюда побольше наполним. Че, у меня больше нету, да, друзей? Как-то получилось неэффективно немноженько. А как взорвать-то? А, мы сейчас взорвем взрывы. Открываем дверку. Ах ты, падла с дубинкой. Это Эйприл Фокс с очередным выпуском ужасных новостей. Определенные виды зомби развились в ходячие бомбы, чьи взрывы наносят серьезные травмы людям и большой урон находящимся рядом с постройками. Полицейское управление советует гражданам избегать прямой конфронтации с любым зомби, особенно если те издают тикающий звук. Тикающий звук. Слышь? Ты чё-то какой-то дикойный. Ты чё, всех перебьёшь тупо? Охренеть. Ладно, сученьки. Ладно. Ладно. Ты хочешь поговорить со мной? Давай поговорим с тобой. Я знаю, как сейчас сделать большую толпу. Ты. Налево. Заразу взял. Отлично. Убрать. Сломать. Заразить. Падлу. Убить. Сломать. Давай, 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 давай.
Только это надо делать быстрее. Он еще, блин, падло, сваливает ведь нас. Этих сюда уже отправляем. Все нормально. А как? Вот так вот. Большущие взрывы. Вот так вот. А этот умер, интересно, или нет? Блин, его надо было в воздухе как-нибудь сделать. Потому что что-то как-то не получается, по-моему. Можно через низ пройти. О, перестрелки у пацанов. Давай, 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 давай. Сейчас вот этого. Вот так вот. Дэнч. Шприца у меня больше нету. У нас очень мало зомби. Дэнч. Зачем я сломал? Надо было вниз пойти, наверное. Вот это жралка. Слышь, с автоматом. Иди сюда, паря. Эти пойдут вниз, упадут. Неплохо. Сюда? Нет, вот сюда. Вот падла. Ням-ням-ням, эти покушали. Там с дубинкой, пацан, мы его не осилим. Все, он начинает лупить. Сюда. Чё ж делать-то? Этого тоже сжираем. Вот гаденыш, надо было здесь как-то лекарствами поделать. Сейчас посмотрим. Давайте, ребята. А, у нас есть еще шприц. Хорошо. Сейчас что-нибудь замутим. А вот это будешь ломать, нет? Не ломается, что ли? Я понял, нужно взрывать. Это обидно на самом деле. Но зато мы возьмем инъекцию. Большой бадабум. Отличненько, сейчас у нас будут шприцы. Сейчас нам нужно аккуратно подумать. Либо здесь заразить пацана с дубиной. Он всех тут наковыряет. Либо здесь убить. Но тогда вот этот останется. Вот в чем вся проблема. Давайте рискнем. Попробуем здесь завалить. И здесь большой бадабум надо сделать. Но мы здесь придем, не ссыте. Давай. Идите сюда. О-о, вот это было плохо. Мы не успеем его убить. Просто не успеем. Бабушкин взрыв. Этот всех перебил. Вот подстава. Да нет. Сука. Нахрена я туда наверх полез? Я хочу убить фургон. Я хочу убить фургон, ребята. Ни хрена себе. Начать уровень заново. Я хочу уничтожить, мадфака, этот гребаный фургон. Поэтому этого сюда. Направляем сюда. Ускоряем скорость. Забираем наш шприц. Всех, всех мы просто сейчас в толпу собираем. Вот так вот сделали. Этого убрали, парня. Поехали. Толпой ломаем здесь, здесь. Этот лупит там что-то. Парниша-то. Это здесь, здесь. Смотри, что творит, а. У нас очень мало зомби. Сейчас посмотрим, сможем ли мы здесь так сделать или нет. Ах ты, сучонок. Здесь забрали, здесь убили. Все. Это самое главное. У нас есть большой бадабум еще. Так, мы будем большого бадабума. Сейчас мы... попробуем что-то сделать интересное. Интересное. А, у нас три пацана осталось. Вот что плохо. А нам нужно побольше заразить. Здесь перестрелка начнется, по сути. И тот убьет. Блин, фигово опять. Просто фигово. Не понимаю, что делать. Не понимаю. Но сейчас, если я взорву, все три взорвутся. Вот что фиговенько. Давай, пацан. Хотя бы на выходе. Опс, не успел. Хопс, хопс. Нормально, этих откинул, но вроде живые пацаны. Давай еще. Ох, мы здесь потеряем-то, потеряем. Сейчас последнего. Текс Бенч. Все, там перестрелка началась с полициями. И так далее. У нас еще двое. Трое осталось. Не знаю тут как быть. Не знаю. Походу дела мне хана, ребят. Стопроцентное.
Там я еще мог как-то пройти. Отлично. Еще выжили эти. Здесь сюда. Не, подожди. Эх, блин, они в трех уходят, падлы. Подожди, а если мы вот этого вселим? Можно вот здесь взорваться и вниз пойти. Ну, давай попробуем. Тихо, тихо, тихо. С автоматами наяривают. А почему они заражаются? Охренеть. Так. Это очень плохо. Очень плохо. Начать заново. Здесь нужно думать головой. Причем жестко. Ты направляешь их сюда. Забираем шприц, правильно? Правильно. Забрали шприц. Забрали шприц, хорошо. Далее. Ты убираешь это говно. Убиваешь вот это. Шприцом мы заряжаем, наверное. Подожди. Не ломаем, пока не ломаем. Либо вот этого шприца забрать. Заражаем вот этого пацана. Теперь. Давай. Пошел, родной. Ломаем здесь. Они не могут никуда убежать. Здесь ломаем. Потом ты идешь сюда. Сейчас посмотрим, что получится. Вот ты идешь вниз. Иди сюда, родной. Хорошо. Сейчас сыграли очень хорошо. Вниз, наверх. Поехали. Сейчас надо взрывать. А вон там последние идут лохопеды. Их и взорвем. Главное сейчас не торопиться. Есть контакт. Бабах. Еще давай. Там, по-моему, последний был. Нормально. Мы сейчас напилим. Вот сейчас у меня тучма неплохая. Давай. Пошло дело. И тихо аж подкидывает. Видите, аж подкидывает. Перематываем. Вот некоторых надо вниз, наверное, отпустить. В принципе, можно вообще забить на вот эту вот перестрелку и пойти тупо понизу. Вот здесь сожрать, здесь взорвать, уколоть кого-нибудь. Эти выжили, надеюсь? Выжили. Можно уколоть, в принципе, и здесь. Вот здесь вот. Сейчас попробуем. Так, некоторых надо понизу пустить, наверное, я думаю. Сломаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу, дело не получится, а может быть и получится. Стой. У меня здесь немножко непонятки. Ай! Вниз уходим, пожалуйста. Вниз уходим и пока... Нет, пока ходим здесь. Ходим. Давай, осторожненько. Сейчас мы шприц заберем. Ну же! Какой же ты сука, а? Так, блин, здесь я лоханулся, конечно, жестко. Вот здесь взрываем. Блин, там разнесло, по-моему, тучму народу. Здесь разнесло. Здесь убило. Сейчас заразим кого-нибудь. Давай. Сможем? Нет. Забрать фургон. Чё, реально смогли? Сломать фургон. Отлично! Мы сломали фургон. Ну и все, мы наверх уже не попадем. Закончить. Фургон сделали, отлично. Стоянка запрещена, открыта. Оу, испытание пройдено, это было жестко. Че, мои ребята там идут? Давай сейчас переведем. А что надо сделать? Стоянка запрещена. Так, большой бадабум мы взяли. Давай там сейчас какого-нибудь одного угробим. Вот он идет, красавчик. Вот он, паря.
Бэмс. Здесь что мы берем? А, это уничтожение самих себя, понял. Понял. Что там долбится, не может открыть, что ли? Потому что взорваться надо. Или это какой-то другой зомби? Блин, не успел взорвать. Не попал мышкой. Давай, ребята. Там еще откуда-то зомби пришел. Какого-то надо самого последнего рвануть. Да давай! А, 3 ДНА, понял. Вот в чем проблема. Нету у меня ведь столько скиллов-то. Все, сейчас будет нормалек. Оказывается, троечку затрат-то делает. А я думаю, почему не получается? Лично. Давай, погнали. Здесь что, мы сможем просто сломать, я надеюсь, или нет? Просто сломаете? Ага, хрен там. Подожди. Вот этого так, этого так. Отлично, поехали. Это как... А, это управляет... Чувак, который управляет, да? Болтает там о чем-то. Водичка. Водичку, я надеюсь, они не боятся. Нормально. И чё, и как делать? С вами Эйприл Фокс, новости ЗНТ. Нам поступили сообщения о так называемых врывающихся властелинах. Взрывающих и чудовище превосходят всех увиденных нами зомби по мощности взрыва и площади поражения. Я понял, что это будет очень жестко. А, ты сюда? 6 ДНА, нифига себе. Так, давай 6. И сейчас мы взорвем. Вот это жестко будет. Ну-ка давай. Бум! Нормально я рванул. Чик-чирик. Круто. Его взрывом еще и заразило. Охренеть. И что, мы прошли, типа? Убейте всех людей, бойня в метро, испытание. Ну давай поп... Обалдеть, мы в метро, ребят. А где мы пойдем? Покажите, где мы пойдем. Ага, вижу. Вижу такие. А, что происходит? Пойдем, наверное, наверх. Одного сейчас рванем. Вот этого заберем. Потом какого-нибудь из этих рванем. Нормально. Теперь, чтобы они все не попадали, их не раздавило. Мы сделаем так. Ну-ка, быстро наверх. Это сломать, это сломать. Это сюда попробовать. Не-не-не-не-не-не, там 5 могут сломаться. Это тогда вот сюда. Подожди, нормально. Сейчас попробуем сюда. Этого можно поломать. Упадут ведь, упадут. Там написано 5. 4 надо было оставить. Так, подожди. Подожди. Мы тогда сделаем... Сделаем как? А я смогу, допустим, знаете, как сделать? Ну ладно. Пойдем дальше. Сейчас посмотрим, упадут, нет? Упадут. Так, здесь упали. Хорошо. Сейчас вот этого сжираем. Самое интересное, что... Да, у меня есть. Ох ты ж ё. Мы можем здесь пройти. Можем наверх подняться. Добить вот эту всю шушеру. Давай попробуем. Они тут на изи, на самом деле. Поехали. Вот этих, правда, не убил. Ну ладно. Тупанул. Это пойдет сейчас дверь, наверное, открывать. Стой. Вот это вот, парень, ты сюда. Ты становишься таким пацаном. И надо тебя взорвать. 6 ДНА. Вот это так. И вот это вот так вот. Бамс. Рвануло нахрен. А почему? Понял. А вот эта дверь не ломается почему-то? Вот это ушлепки. Здесь тоже не надо было ломать. Обидно, конечно. Говорит, что делать? Одного взорвать здесь надо. Вот этого. Вот этого вот паренька. Сейчас попробуем его. Ага, 3 ДНА стоит, нифига.
Подожди, а вот здесь вот что, если взорвем? Жалко, верхушку не получил. Короче, какая-то дичь происходит. Все, он в ловушке, да? А обратно ты как будешь перебираться? Блин, здесь можно всех навзрывать. Куда здесь столько всякой всячины-то? Можно попробовать вот этого вот таким сделать. И потом взорвать его. Что будет? 6, да? Давай вот так вот. И взрываем большого пацана. Ну? А он что-то... А, нужно же показать, куда. Сейчас я сделаю. Эх, не получилось. Нет. Надо, чтобы он встал. Вставай. Стой. Сюда. И взрыв. Отлично. Надо еще... Я понял, одного сжираем. А другой взрывается. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жестко. Там как-то мы двоих забрали, ладно. Там зомби другие ходят. Нужно одного сожрать. Блин, я не знаю, хватит ли мне зомбей на все это дело. По-моему, не хватит. А-а-а, там метро, они могут меня убить, и все, и крандец. Поэтому здесь нужно аккуратно взрывать. Нужно было здесь поверху пройти, и вон там выход. Походу дела, я проиграл, ребят. Но игрушка просто охренительная. Я, по идее, конечно, понял, как проходить. Сейчас будет взрыв. На! А чё не взорвался-то? Я не то нажал. Но этот левел мы зафейлили, конечно. Очень много фейлов, но... Он прикольный. В метро, наверное, спущусь, и там тупо меня задавят. Оторвись от Фейсбука. Сейчас мы тебе поможем оторваться, мать его, от Фейсбука и от всего, чего-то только можно. На, большой бы домом. Эти выжили? Нет, парни. Эти выжили, но еще одна стена осталась. Да сколько ж можно-то? Вот так стенами прорываться, это фигово. Тут надо было подумать, как лучше. А эти что, померли? Наших сколько осталось? У нас 7 ходоков осталось и 16 людей. Эти никак войти не могут. На взрыв хватит? Хватит. Ах, нужно было сюда как-то пробиваться. И все было бы нормально. Давай. Ну все, сейчас последний проход. А что толку-то? Все равно взрываться надо, все равно тупо надо идти в метро. Либо одного убивать, вот этих забирать. Сейчас попробуем. Есть идейки. Здесь забираем. Здесь забираем. Сделаем так. Здесь сделаем ходка и рванем его. Ходок один и плюс там 6, нормально будет. Заберем еще двоих. Давай, 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 родной. Короче, ходком у нас будешь ты. Сюда. Взрываем его. Большой бадабум делается в разные стороны. Там можно пройти. Делаем из тебя ходка. Вот здесь вот. Отправляем сюда. Это сюда. А это вот сюда вот. Они здесь сломают. Тупо упали, да? Бред. Тупо упали. Обидно. Ну все, мы дошли до выхода еле-еле. По-моему, мы прошли уровень. По-моему, ребят, мы прошли уровень. А по-моему, нет. Пожалуйста, вот сюда. Нормально, ты можешь отъехать. Че, реально прошли? Отлично! Я думал, мы не пройдем, а мы прошли. Фу. Ну что, ребят, не забываем ставить лайки. Бойня в метро не пройдена. А если вам понравилось данное прохождение, то увидимся в следующей части. Всем пока-пока!